рыбаков выехали на тонкий лед на автомобиле и провалились под воду в Краснотуранском районе на Красноярском водохранилище. Лед не выдержал веса автомобиля. Машина пошла на дно, но люди успели из нее выбраться. Спасатели эвакуировали пострадавших на берег и передали родственникам. В связи с указом президента о нерабочей неделе двигаться по выделенным полосам в Красноярске разрешено всем машинам, а не только общественному транспорту. Камеры не будут фиксировать нарушения всю эту неделю, сообщили в госавтоинспекции города. Период отмены выделенных полос с 28 марта по 5 апреля. Коммунальщики обещают, что в этом году длительного отключения холодной воды в Красноярске не будет. Все необходимые работы проведут за несколько часов. В Краскоме уже составили график остановки красноярских водозаборов для подготовки к новой зиме. В нем указано, что первым в конце мая остановят для регламентных работ водозабор на острове Татышев. За ним последует водозабор на острове Отдыха. Его отключат во второй половине июня. Остальные три водозабора будут обслуживать в июле. Очередного автохама сотрудники ГИБДД вычислили по видео из соцсетей. На этот раз все произошло в Железногорске. Водитель «Тойоты» пересек двойную сплошную и выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Таким образом, он якобы хотел обогнать трактор. Но на записи видно, что обгонял он авто, которое ехало за трактором. Теперь штраф 500 рублей. Очередной пример спорного благоустройства улиц города заметили красноярцы. На Маркса в центре города поменяли брусчатку, положив ее вплотную к деревьям. Люди считают, что это может погубить растения, так как по правилам около стволов должны быть свободные лунки диаметром не меньше 2 метров.